Ваши любимые музыкальные предпочтения? Наверняка вы не только свои песни слушаете, но еще и другие. 100%. Но я могу сказать точно, что я не назову вам какого-то конкретного исполнителя, потому что я меломан. И музыка зависит очень от моего настроения. Это может быть джаз, это может быть соул, это может быть R&B, это может быть мантры индийские. Да, это все зависит только от настроения. И еще. Премия Муз-ТВ в этом году называется «Энергия будущего». Вот потихонечку планы на будущее свои вот нам расскажите. Нет у меня такой привычки рассказывать свои планы, потому что тогда они срываются. Вот. Я точно могу сказать, что... Энергия будет. Да. Энергии нам ждать от вас. Да.